Добрый вечер, мои дорогие друзья. Сегодня у нас 2 октября. Хочу показать, я сегодня пекла. То я все время жарила, а сегодня пекла. Именно пекла пирожочки, посмотрите. Напекла много. Очень хорошие пирожочки. Сейчас я вот разломлю и покажу вам. Надо сказать, это не пирожочки, я делала рогалики, ну, крутила. Вот, ну, они, как видите, получились вот такие воздушные, с орехами, друзья мои, с грецкими. И подсолнечные семечки, перекрученные вместе с орехами. И с медом соединенные. Вот, пекла вот такие еще сегодня. Вот такие булочки, скажем так. Булочки законные, друзья, очень хорошие получились. Тесто замечательное. Также сделала пирог, посмотрите. Вот, с повидлом, да, вот такой пирог. Вот, обратите внимание. Это я, вы знаете, я тесто поставила, что-то оно мне не очень понравилось, тесто. Думаю, так, ладно, сделаю я типа булочек. Я очень хотела рогаликов. С орехами, с грецкими, потому что уже подошли орехи грец, ну потом такое. И вот такую вот сделала, вот, видите, несколько булочек вместе, как говорится. Так, ну это я так вам, к слову, как говорится. Сегодня же, вот, решила, вот пекла вот в такой, видите, емкости, эти, вот там такую большую булочку, скажем так. Вот, замочила полотенце сегодня кухонные с отбеливателем, который я выписывала на Валберисе. Сегодня же срезала петрушку, друзья, посмотрите, сколько срезала петрушки, я ее помыла. Вот она у меня стекает. Хочу положить в сушилку. Мне очень нравится, друзья мои, с сушилкой все. Вот, у меня вот уже есть, посмотрите, насушено. Даже морковную ботву я сушила. Вот петрушечка здесь, там укропчик у меня есть. Я много чего насушила. Я насушила цветочки, друзья, разные. Сейчас я вам покажу, что я насушила. Да, много у меня что насушено. Еще вот сейчас сушатся у меня эти шиповник, как видите, вот сушу. И сейчас я шиповник сверху поставлю. Вот. А на низ поставлю как раз сеточку. Еще одну, которую буду петрушечку сушить. Очень мне нравится сушеная сушки. Почему нравится? Потому что, вот видите, что попросыпалось все. Надо стряхнуть сначала. Сейчас. Ну вот, сверху шиповник поставила и накрою крышечкой. Сейчас включу, ну как только вам покажу. Посмотрите, сколько у меня всего сушеного. И яблоки, и груши, и изюм свой с винограда. Я убирала косточки, сушила. Так, здесь у меня и сливы есть, и чабри, и это... Как его цветы эти? Бархатцы, посмотрите, сколько насушила бархатцев я, да, травы у меня разные, значит, мелисса, мята, душица, потом этот чабрец, ну, в общем, друзья, очень много всего я насушила, надо сказать, да, вот, мне очень нравится, очень хорошо получается. Понятно? Посмотрите, какие хорошие сушечки. Я покупила специальные ведерочки, чтобы все это в ведерочке попаковать. Вот, посмотрите. Вот это мята вот сушеная, да? Душица есть. Вот, ну, много чего, друзья, насушила. Там вон душица внизу, вон стоит, видите? Груши. Розовые листья, эти, как их, лепесточки. Лепесточков я насушила очень много. 2 емкости разных. Вот, пожалуйста, видите, розовые лепесточки. И длинная такая емкость у меня есть тоже. Вот, где тут уже у меня, ага, вот тут она где-то стоит. Уже куда-то ее оставили. А она вот там внизу, ее не видно. Я сейчас вам покажу, отодвину.
сушилочку и вам покажу. Вот там внизу, видите, розовые лепесточки. Темные, и из белых даже собирала. Ну, в общем, собирала, чтобы белые очень пахнут хорошо. И я решила их, как говорится, посушить. А также вот хризантемки сушила. Посмотрите, видите, разные тут розовые, белые и красные. Не знаю, можно их куда употреблять. Ну, почитать надо, как говорится. Так что вот хорошо, конечно, друзья. Вот сейчас включу сушилочку, и будет мне работать. А я пока вам покажу, друзья мои, что я в огороде сделала. Пока еще у меня есть время немножко. Так, значит, ну что? Был дождь у нас сегодня ночью, и как бы рано утром был дождь. Мухтар, Мухтар, не балуйся. Мухтар бегает сейчас со мной. Ну, сейчас я его не отвязываю. Скоро за Мишей приедет мама. Вот видите, тут уже, можно сказать, все убрано. Осталось горшки занести мне. И все. И тут, как говорится, все готово. Да, еще вот надо вылить воду здесь, накрыть, чтобы не... Потому что там пластиковая у меня внутри ванночка. И чтобы она не замерзла, не лопнула, надо ее, как говорится, выбрать воду и закрыть. Так, ну вот горшки осталось мне занести здесь, друзья мои. И все. Посмотрите, у меня хризантема белая была, стала розовая, видите? Вот такая стала хризантема с белой, превратилась в розовую. Так, что дальше? Здесь я, друзья мои, все обрезала. Я уже вам показывала розы. Все розы обрезала, эти связала. Они будут укрываться укрывным материалом еще, укутываться. Все чайно-гибридные розы обрезаны. Ну, кроме вот этой. Она еще, как видите, тут даже цветет. Да? Вот. Значит, вот эта вейгела розовая тоже будет укутываться, укрываться. Так, вот тут все розы укрытые, все сделано, да, все сделано, как говорится. Так, эти связаны все, как их, гортензии все связаны. Посмотрите, какая красота, друзья, как красиво зацвели у меня хризантемы, ну просто чудо, просто красавицы. Представляете, они так повытягивались у меня. Альвиный зев, он только начинает свисти. Я не знаю, как он собирается дальше. Погибнет, да и все. Так, ну здесь, друзья, розы я тоже засыпала, но вот эту еще не обрезала. Мне так хочется, чтобы она все-таки расцвела, но я думаю, что вряд ли. Вот с этой розы я череночки посрезала и их поставила в емкости, накрыла. Сейчас покажу, где. Значит, вот здесь, вот, вон, видите, вот там. Накрыла вокруг, землей обсыпала, вокруг, где розы стоят. Но не их обсыпала, а именно вокруг. И вот ведерочки такие поставила. Их две емкости. У меня одна во дворе и одна вот здесь. Значит, что хочу сказать. Не хватило мне ленты бордюрной. Вот сделала пока, но это временно, друзья. Я хочу купить бордюрную ленту. Вот, и я не буду вытаскивать картон. Почему? Потому что если я начну его вытаскивать, все начнет приподниматься. Я его оставлю. Пусть он там будет, но я еще и вниз спущу бордюрную ленту. Так, ну я думаю, вот с пенсии куплю. Так, здесь немножко огородила. Думаю, бордюрную ленту, когда куплю, я обрежу ее узенькая. А может, куплю узенькую, там есть узенькая у них. И вот так вот вокруг тоже сделаю бордюрной лентой. Посмотрите, все еще цветут у меня цветочки, как видите. Да, но сегодня обещают нам мороз, конечно. Так, ну здесь я вам уже показывала все. Я уже тут тоже, вот как видите, все розы. Тут вот я тоже череночки поставила, вот видите. Вот туда вот, тоже ведерком накрыла. Вот, ну посмотрим. А как бы похолодает сильно, я закрою еще укрывным материалом. Ну и думаю, что сверху ведерочка, вот, чтобы не померзли череночки, еще чем-то таким теплым утеплю. Может, картон просто положу. Так, здесь то же самое все сделано, друзья мои. Везде все уже, я, как говорится... Так, давайте вот так, наверное, пройдем.
тут я уже всю ежевику обрезала. Теперь мне нужно ее просто укрыть. Вот яблочки собрать надо. Я вчера здесь убирала и яблочки собрала еще хорошие. Вот все ежевику, всю я обрезала уже. Только осталось пригнуть ее и укрыть. Ежевика у нас, друзья, мороза боится и может вымерзать. Вот я уже там посвязала кое-где, как видите, да? Вот. Вот еще яблочко хорошее упало, тоже можно подобрать будет. И молоток забыла вчера. Еще думаю, куда я молоток делаю? Представляете? Вот. Ну, тут уже вот порченые. Яблок очень много было. Я сегодня компот варила к пирожочкам, как говорится. Компот я у меня еще в морозилке лежали. Лежат и лежали, как говорится. И сливы есть, и виноград, и что только там нет, в общем. И кизил, и все на свете. Ну, варила сегодня вот компот. Все понемножку добавила. Так, вот как видите, все здесь обрезала. Даже вот колючую ежемалину. Она очень колючая, друзья. Это просто ужас, какая она колючая. Вот, видите, как у меня все получается. Буду пригинать. Мне еще проволоку надо. Вот там муж мне положил проволоку. Надо нарезать крючков себе. Вот таких наделать, чтобы пригибать веточки. Посмотрите, хочу показать яблонька. У меня вот сейчас как хорошо она видна. Обратите внимание, это моя прививочка. Видите, какой длинный стебель я прививала? Очень много почек, очень много. Вот не знаю даже, можно посчитать. Вот 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Около 15 штук, наверное, было почек. И вот посмотрите, 4 побега пошло расти. Понятно? Вот так вам. Так что все хорошо. Так, здесь тоже все обрезано. Вот еще надо будет бы эту обрезать. Ну, я думаю, что ее можно и весной обрезать. Ёшту. Вот. Вот тут, откуда вот эту ежевику колючую, надо ее убрать. Не досмотрела. Надо срочно убрать ее. Она ужас, какая колючая. Это вообще неизвестно, что за ежевика, откуда она взялась у меня. Так, ну вот тут все, как говорится, убрала. Так, пообрезала кругом ежевику, кругом. Связала, как видите, цветы я свои в этом году, они зацвели. В том году не успели, рано пришла зима, рано морозы начались, она не успела, хризантема. Я за хризантему. Хризантема я не успела в том году зацвести. В этом году цветет, как видите. Ой, ну тли на ней сколько, ужас. Вот, посмотрите, желтенькая красавица, прямо желтенькая красавица. Понятно? Так она мне нравится, такая яркая. Есть вот такие бледненькие желтые, а это просто как солнышко. Такая яркая, красивая. Там красная, как видите, это уже отцвела, это ранняя, это корейские хризантемы. Вот, здесь земельку набирала я, розы засыпала. Так, как видите, там вот у меня выросли персики из косточек. Два штуки. Три. Три даже. Или даже больше. Отсюда не вижу. Раз, два. Как их там три? Четыре. Четыре. Четыре штуки выросло персика. Ну, пускай. У нас очень много просят. А вон еще один, даже пятый. Просят люди у нас эти персики. Вы знаете, я как-то сеяла косточки. А они плохо всходят. Вот когда сами вырастут, тогда получается, что есть персики. Так, ну что, тут малинка уже у меня обрезана, как видите, да? В общем, виноград готовый, надо только брызгать. Вчера хотела, но не успела, поздно закончила с обрезкой ежевики, очень поздно закончила. Так, здесь вот я сожгла уже ветки все, какие были, вот тут вот жгла, как видите. И в бочку все. Всю золу туда отнесла. В бочке взяла у меня теперь. На следующий год будет удобрение свое собственное. Вот видите, какая красота. Земкуничка. Ну, вообще, шикарная. Просто шикарная. Молодые. И вы знаете, молодые листочки, хотела сказать. И вы знаете, она цветет даже кое-где. Вон, посмотрите. Видите? И вот там вон цветочки появились. Ой, да вообще на всех побегах появились цветочки. Да, с молодые. Молодые вот отрастают, и молодые начинают цветать. Ну, это ж не будет дело, это на следующий год только.
Так что вот так, друзья, здесь убрано все. Значит, часть малины здесь тоже все обрезано. Вот это вот по вот, скажем так, по вишню. По вишню там начинать надо обрезать завтра. Обрезать смородину надо красную, тут и черную, вот связать на зиму, чтобы ну, не расхлебывались при снегопаде, если будет снегопад, не расхлеб. Я все связываю на зиму. Это удобнее, удобно почему? Потому что кусты ровненькие тогда стоят. Так, вот тут малина осталась, вот, вот эта вся площадь, вот. И тут две ежевики еще не дорезаны, они тут на одном месте, вот. Так что вот так. Там он уже обрезана ежевика, эта малинка, уже все. Так что вот такие дела. Вот видите, друзья, я, как говорится, не сижу, мне сидеть некогда. Работы у меня очень много. Посмотрите, травочка, как хорошо. Это у меня пшеничка. Видите, какая хорошая. Вот растет. Даже еще, вон, посмотрите, это горчичка. Даже настоящие листочки у нее хорошенькие выросли здесь. Вот посмотрите. Так что вот если отомрет эта горчичка, то пшеничка останется. И там же будет этим червячкам, как говорится, удобрение. Вот тут тоже виноград. Тут два винограда, у меня здесь один. Вот, обрезала. В общем, короче говоря, друзья мои, надо все брызгать теперь. Обрызгать и укрывать можно. И все, и душа моя будет спокойна. Земляничка очень хорошо тоже наросли. Молодые листочки. Прекрасно, просто прекрасно. Вот. Даже вот посмотрите, эти люпинчики, какие, видите, поотрастали молоденькие, новенькие. Так, даже ревень. Посмотрите, видите, какой хороший. Если мороза вот не будет, можно будет срезать на борщ. Вот тут тоже земляничка, как видите, хорошая. Здесь тоже я все обрезала, всю ежевику. Здесь, ой, вы если бы видели, боже мой, какие были побеги, кошмар. Такие были побеги. Ну, я ее уже приготовила, можно уже закрывать. Но надо сначала, вот тут у меня три винограда, вот один, второй и там третий. Оставила мало. Вот тут только один побег оставила. Собственно, нечего было больше выбирать. Один оставила. Здесь вот два оставила. И здесь два. Этого будет достаточно для этой, этой площади, как говорится. Потому что ежевика, друзья мои, я не знаю, она такая длинная выросла. Я не знаю, метров, наверное, по 10. Ужас. Как вот тут, вот смотрите, видите, вот тут у меня, поглядите, какая. Обратите внимание, видите? О, о, куда? Вот она. Представляете? Вот, вот надо будет ставить потом эти опоры. Либо сюда вот ее делать и подвязывать, либо, не знаю, ну, ее надо еще укрывать же тоже на зиму. Может, еще выметить. В том году вот так я ее положила, плохо укрыла, она померзла. Так, ну вот. Поэтому, друзья мои, я вам, вот уже темно, я не знаю, хорошо ли будет видно. Еще и тучи у нас такие. Сейчас только время 5 час. Ну, уже темно, уже темно. Вот, вот так, друзья. Вот такая красота. Посмотрите, цветочки какие цветут. Красота. Не думала даже, что они расцветут. Не думала, честно. Не думала, но они расцвели. И там он, куст тоже. Ну, там какой-то он неважный, короче. Сильно густой. Надо прореживать. Ну, а эти буду переносить. Думаю, перенести к сетке вот туда. Там все равно ничего не растет возле сетки. Вот туда перенесу. И хорошо будет, как говорится, и красиво. Так. Ну вот и тут еще хризантемы. Посмотрите, какие цветут. Вообще красавцы. Давно уже они рано зацвели. Вот, видите? Уже, можно сказать, отцветают даже. Обратите внимание. Да, хризантемы очень быстро, конечно, отцветают, как говорится. Тут вот, видите, земляничка тоже хорошо принялась. Хорошо растет. Я ее проредила. Оставила минимум. И все. Вот. Тут я тоже все поубирала. Остались только кустарники. Вот их надо пригибать и закрывать, потому как они боятся морозов. Вот. Ну, думаю, видите, они даже не успели расцвести. Их обязательно нужно закрывать. Они боятся морозов. Так, а здесь вот
Как видите, колокольчик шикарный. Вы посмотрите, посходили цветы. Посходили это вот эти, как их забыла. Фух, как они называются, господи, звездочками такими красивыми. Ну вот, а это колокольчик двулетний, да? Ну вот и так вот и все. Тут и берез тоже повсходил очень сильно, прямо мощно повсходил. Я не знаю, что будет весной. Это ж все эти семена, которые были, зашли сейчас. Вот, но они же замерзнут, естественно. Вот. Он цветет еще лобулярия, как видите. Обратите внимание, видите? Цветет беленькая, тут вот такая сиреневая, тут белая сиреневая. Ну и берез, конечно, цветет. Вот даже эти душистый табачок не пропал, посмотрите. Видите, тут я вытащила его, а тут вот он, как видите, даже не пропал. Ну вот, друзья, пожалуй, на этом все, что я хотела вам сказать. Да, за орехи я хочу сказать. Орехов еще, вон, посмотрите, сколько висит на дереве. Очень много, но он еще будет сыпаться потихоньку, потихоньку. Птички клюют, синички уже вовсю у нас летают. Надо уже вешать кормушку. Потому что, ну, еще пока есть им что кушать. Еще даже насекомые не погибли, которых они ловят и кушают. Вот, ну, скоро уже буду вешать кормушку, конечно. Она висит у меня, но ее просто надо вот на это место перевесить, чтобы кошки не могли по дереву к ним добраться. Ну, вот такие вот, друзья, дела. Вот все, пожалуй, что я хотела вам показать, мои дорогие. На этом, пожалуй, я свое видео заканчиваю. Всего вам доброго, друзья. До новой встречи. Всех вам благ. А с вами была Валентина. До свидания, друзья.